І про ймовірну пригожинську містифікацію, а також ситуацію на фронті, поговоримо з Романом Світаном, військовим експертом, полковником запасу Збройних сил України. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Романе, от власне ми зараз подивилися сюжет. Є різні версії стосовно того, що ж сталося зі штабом вагнерівців у Попасні. А от ви якої думки? Це все ж таки от блискуча операція Збройних сил України, чи знову ж таки російська постановка? І якщо це все-таки вдала операція ЗСУ, скільки там могло загинути окупантів? Да, немножко смахивает на то, что это какая-то постановка российская, но тем не менее украинские войска по ней отработали. Там был действительно штаб одной из частей, воинских частей Луганской ЛНР. И в принципе погибших могло быть в штабе до нескольких десятков человек. В районе 30-40 человек это минимум, плюс 300-е раненые, то есть, в принципе, могло быть и до сотни человек после поражения этого штаба. То, что там был Пригожин, это по видео видно. То, что дали нам по видео увидеть номер дома, адрес дома, это смахивает либо на феерическую безалаберность российских журналистов, либо на какого-то плана спецоперацию. Но, тем не менее, после подтверждения нахождения там боевиков было принято решение уничтожить эту точку. Она была уничтожена. Пане Романе, сьогодні з'явилася інформація про те, що Росія накопичує в Білорусі значні сили для масованого ракетного удару по Україні. Таке припущення робить моніторингова група «Білоруський Гаюн». Якщо, власне, Російська Федерація, Лукашенко все-таки на це підуть, як ви вважаєте, які міста стануть головною ціллю? В останнє час дійсно в районі Гомеля, це аеродром Зябровка, перебрасуються зенітно-ракетні комплекси і ракети к ним. Це ракети С-300 і С-400. Опасные ракеты С-300, они сейчас у россиян последние несколько лет переделываются на ракеты с воздух-воздух, на поверхность-поверхность. И в принципе мы видели применение этих ракет и по югу, по Николаеву, и по Харькову. Они действительно несут большой урон, особенно мирному населению, так как начинены шрапнелью в основном. Достать со стороны Зябровки они практически могут до 100 километров, то есть практически в районе их поражения может находиться Чернигов. В этом есть опасность, потому украинские войска принимают меры. Противовоздушная оборона воздушных сил Украины подтягивает туда зенитно-ракетные комплексы. Я думаю, будет проведен ряд мероприятий по нейтрализации этой угрозы, может быть, даже на аэродроме Зябровка. Недавно там опять кто-то курил, может, опять кто-то хорошо покурит. И, в принципе, этот весь арсенал сдетонирует. Курців в Росії вистачає, я згоден з вами. А як ви думаєте, для чого все-таки Російська Федерація тримає білоруський напрямок? Белорусская граница в районе 1000 километров с Украиной. И, в принципе, держать вдоль всей границы с Белоруссией украинские боевые части – это выгодно Российской Федерации, так как они не задействованы на основной линии фронта на 1300 километров от Херсона до Харькова. И, в принципе, даже только для того, чтобы украинские боевые части не ушли на юг на подкрепление южной группе наших войск, это выгодно россиянам, и в принципе они будут там и беспокоящий огонь вести, перебрасывать туда части какие-то, проводить маневры, только это как минимум. Нападать со стороны Белоруссии в Украину вряд ли белорусские войска захотят, так как это нападение практически ни к чему не приведет, они упрутся в стену, разобьются лбом о наши части и о ту линию обороны, которая в последнее время
по северу Украины проведена. Единственная есть проблема – это ракетные удары, которые могут нанести со стороны Белоруссии. Но, еще раз повторюсь, ПВО к этому готово. Ну, от ви вже згадали і Східний фронт стосовно Харкова, і Луганської області, і Донецької області. Ми бачимо, що вже більше місяця російські війська не мають жодних військових успіхів на цьому напрямку. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Практично по всій лінії фронту проходять позиційні бої. В деяких містах знакопіремінним виходом наші війська в районі юга, в районі Херсона, ведут контрнаступательные действия, проводят уже в течение нескольких недель по отодвиганию фронта в сторону Херсона от Николаева. В районе Донецка украинские войска пока в режиме обороны сдерживают наступательные действия российских войск, в основном из состоящие из боевиков ЛДНР и с вкраплениями ЧВК Вагнерова. И по северу этого фронта, в районе Харькова, идут также позиционные бои знакопеременные и под Харьковом, от Харькова до Салтова. И в районе Изюма наши войска все-таки проводят успешные контрнаступательные действия с запада на восток в сторону Изюма. В последнее время там освобождены некоторые населенные пункты и также территория. Все это связано с тем, что российские войска не имеют того потенциала, который у них был в начале наступательного. Они еще не приняли решение по закапыванию и переходу в обороне, так как это будет свидетельствовать о полной потере инициативы российских войск. И, в принципе, понимая, что в ближайшее время украинские войска могут перейти в наступление на каком-то из участков фронта от Херсона до Харькова, держат в боевой готовности практически все части для того, чтобы отразить это наступление. Не имея в своем запасе практически резервов, резервы есть, может быть, только в районе Мелитополя, для того, чтобы поддержать либо правобережную херсонскую российскую группировку, либо отразить наш удар в сторону Мелитополя предполагаемый. Кроме этой точки, практически в российских войск больше резервов нет. И вот в таком положении они до какого-то решения, может быть политического, на которое они на данный момент рассчитывают, они будут держать в таком напряжении практически всю линию фронта. От ви кажете, що наступальний потенціал росіян значно зменшився, можна сказати, взагалі впав. Це пов'язано, я так розумію, з високими втратами? Про які втрати от ми можемо говорити з боку росіян? Последнее время, последний месяц-полтора, после того, как зашла натовская арта 155-я, после того, как подошли хаймерсы, и мы начали работать сначала с артой 155-й на глубину до 40 километров, после захода хаймерса практически до 50-70 километров вглубь фронта российских войск, увеличились потери и в живой силе, и в БК. И потому можно сейчас говорить, что российская армия практически потеряла до 20% своего личного состава. Почему? У нее и нет наступательного потенциала, у нее нет практически нигде резервов. Перейти в наступление без резервов – это самоубийство, потому что российская армия этого сделать точно не сможет. Наращивание усилий по предполагаемому наступлению российской армии практически ни в одной точке фронта невозможно. А потеря до 20% по некоторым участкам фронта личного состава говорит о том, что и невосполнение его, говорит о том, что сейчас мобилизационные возможности Российской Федерации падают. Даже и потуги ЧВК «Вагнер», Пригожина также не восполняют. Они практически сразу уходят на ноль и неподготовленными погибают. Единственный вопрос остается еще в районе Мелитополя. Да, действительно, там есть группировка, которая может считаться как резервная, там практически до 10 тысяч человек. Но она выполняет задачи и охраны входа в Крым, и обороны в результате вдруг нашего наступления в сторону Мелитополя, она будет прикрывать его, или переброски части этой группировки, этих резервов на правый берег,
после того, как были разрушены практически все мосты с левого берега на правый, переброска этой группировки на правобережье в сторону Херсона довольно-таки затруднительна для российских войск. Они сейчас на нее уже не рассчитывают. Пане Романе, я вам дуже вдячний за цю бесіду. Гарного вам дня. Це був Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України.